Губернатор Сергей Морозов принял участие в межправительственном российско-датском совете экономического сотрудничества, который состоялся накануне в Москве. Заседание провел министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов. В прошлом году торговый оборот Ульяновска с королевством Дании составил 2,5 миллионов долларов. Это стало возможным благодаря работе производств компаний «Скамл» и «Хемпель». Еще один инвестор готовится к скорому запуску своей промышленной площадки на территории области. Это проект компании «Вестас» по производству лопастей ветроэнергетической установки. И это, как считают облправительство и иностранные инвесторы, далеко не последнее датское предприятие на территории региона. Мы сейчас работаем с несколькими датскими компаниями по различным инвестпроектам, которые потенциально возможны в ближайшие годы. Один из них как раз связан с развитием, с кластером авиационной промышленности, который есть в Ульяновской области. Это тема строительства завода запчастей. После совета губернатору удалось пообщаться с министрами иностранных дел, окружающей среды и продовольствия и генконсулом Дании. Стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов по направлениям сельского хозяйства, медицины, цифровой экономики и авиации. А уже в апреле Ульяновскую область посетит большая бизнес-делегация из Дании, которая обсудит вопросы производства оборудования для ветроэнергетики. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.